Да, да, помню, я обещала пост про ремонт. Обещаю, в самое ближайшее время вам выложу. Короче, жду, когда закончат ребята делать потолки, вешать люстры, освещение и так далее. Если вам интересен результат, я сниму видео, вечером покажу. Если нет, то не буду. Ну-ка, давайте проголосуем. Это квартира Ермаковой. Там тоже выход. Это такая дорожка. Здесь и трава, и плиты. Еду по МКАДу, горит тачка. Пипец тут авария. Вы представляете, время 2:00 ночи. Это жесть. Мне аж страшно стало. Аттракцион «Развлеки себя сам». Вот чтобы не заснуть за рулем, а время так на секунду 5 утра. Я вот слушаю песенки. Вы прибыли все спите. А у нас только закончилось вешание люстр и натяжные потолки. Вы не представляете, какая там красота неописуемая. Я обещаю, честно, сделаю пост на эту тему. Просто я не буду показывать это вот так вот. Под утро уже, точнее, утром. Давайте я лучше сделаю в ленту красивый пост, но там просто вот кайфуха. Но теперь единственное, что меня волнует, мне срочно нужна клининговая компания, которая...